селе Криуш, что входит в состав Новоульяновска, до конца сентября должны достроить новое здание офиса врача общей практики. Возведение медицинского учреждения ведется в рамках национального проекта здравоохранения. Строительство началось в апреле, и на него направлено 11 миллионов 600 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей потратят на полное оснащение учреждений всей необходимой мебелью. Будет располагаться пункт неотложной медицинской помощи. То есть там, значит, фельдшер, врач общей практики. Также там же будет данному, значит, этому офису будет обеспечен автотранспортом. То есть на сегодняшний день у нас там есть одна закреплена, значит, для обслуживания одна транспортная единица. Также мы ее там оставим для работы. То есть полностью детское население, взрослое население будет обеспечено 100% медицинской помощью. Врач общей практики Анна Бурлакова приехала в Криуш 4 года назад по программе «Земский доктор», сразу после окончания медицинского факультета. Узнав о программе, решила, почему бы не попробовать, ведь дают 1 000 000 рублей подъемных. Условия работы оказались немного не такими, как ожидалось. Построенная почти полвека назад больница серьезно обветшала. Из 2 корпусов в настоящее время действует только один. Второй сгорел с месяц назад. Да и в работающем корпусе вести прием было чуть ли не опасно. Но трудности не пугали молодого врача, и в итоге грядут изменения в лучшую сторону. В новом здании будет намного приятнее принимать людей, оказывать им помощь. То есть и людям будет приятнее обращаться, с детьми приходить на прием, ждать приема. Будет намного комфортнее в лучших условиях. Представитель подрядной организации уверен, что до конца указанного срока новое современное здание успеют возвести. Дело осталось за малым. Тем более на счету строительной фирмы уже не один построенный медицинский пункт в области. Ну, выполнен уже фундамент, стоит сама коробка из сэндвич-панелей. В данный момент ведутся работы по кровле. Завтра также будут приступать к благоустройству. В принципе, особо трудностей во время строительства не было. Всего в 2019 году по нацпроекту в области было построено 5 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 1 офис врача общей практики. В нынешнем году сдадут на 1 ФАП больше. Отпразднуют свое новоселье работники и пациенты офиса врача общей практики в Криушах. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.